меня зовут Елена, мы из города Лисичанска. 24 февраля на нас напали русские. Это был самый страшный день в нашей жизни. Нам пришлось выехать с ребенком. С нашего города. У нас не осталось ничего. Мы потеряли дом, вещи теплые, поэтому нам потребны деньги на квартиру, житла, теплую одежду, лекарства. Так, на данный момент я работаю уборщицей, работы постоянной нету. Так, работы у нас постоянной нету. Допомогу мы получаем только ВПО. 2000 на себя, 3000 на ребенка. Гуманитарную допомогу от ЮНИСЕФ и Черного Креста ни разу не получали, хотя заявку подавали много раз. Поэтому просим вас помогти нам, чем можете. Мы верим, что Украина скоро будет самой лучшей страной. Мы победим эту войну, и все будет хорошо. Спасибо.